В своей первой речи в должности премьера Британии Трасс вспомнила об Украине. Она назвала войну, которую Россия развязала в Украине, ужасной. Также Трасс рассказала о своих планах в новой должности. «Сейчас мы сталкиваемся с серьезными глобальными препятствиями, вызванными ужасающей войной России в Украине и последствиями ковида», заявила Трасс. Она пообещала развивать экономику Британии посредством понижения налогов и ряда реформ. «Я снизю налоги, чтобы вознаградить тяжелый труд и стимулировать рост инвестиций под руководством бизнеса. Я буду проводить реформы в рамках своей миссии, чтобы Соединенное Королевство работало, строилось и росло», отметил премьер. При этом Трасс заявила, что она будет работать над борьбой с энергетическим кризисом. «Я займусь решением энергетического кризиса, вызванного путинской войной. На этой неделе я предприму меры, чтобы разобраться со счетами за электроэнергию и обеспечить наше будущее энергоснабжение», подчеркнула Трасс. Также в своем выступлении новоизбранный премьер Британии пообещала улучшить сферу здравоохранения страны.